Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 12 января, день Анисии, назван в честь святой мученицы Анисии Девицы. Она дочь богатых христианских родителей, воспитавших ее в страхе Божьем. Добродетелями она возрастала скорее, нежели летами. Родители скармливали ее более истинами веры и благочестия, нежели молоком. Исполненная Духа Божия, она обладала воистину ангельским нравом, лицо же ее светилось несравненной красотой. Будучи весьма богатой, она приняла добровольную нищету, а затем была убита нечестивыми. Сегодня отмечают день Анисии Зимней, Анисии Желудочницы. Как правило, он бывает очень холодным. Потому и говорят, не проси у Анисии тепла, потому что холода пришли. Также было принято молиться, чтобы получить излечение от желудочных хворей. Сегодня принято ходить в гости. На столе обязательно должны быть разносолы, свиная требуха, грибы. В это время резали свиней, гусей, варили свиную требуху. При этом брали свиную селезенку, печень и гадали, какая будет зима. Если селезенка гладкая, зимой будут сильные морозы. Если селезенка к спинке более толстая, то морозов жди в конце зимы. Если печень в центре толстая, морозы начнутся совсем скоро. Если широкая только со стороны брюшка, морозы продержатся до самой весны. Сегодня на Анисию существовала традиция варить свиные желудки. По ним тоже гадали. Найти на Анисию платок, лежащий на дороге, признак наведенной порчи. Поэтому сегодня не принимают никаких подарков от незнакомых людей. Также опасались встречи с нечистой силой. Приметы. Если на Анисию дует ветер с юга, год будет урожайным, а лето теплым. Западный ветер. В реках будет много рыбы, если идет снег, к дождливому лету. Если воробей громко чирикает, жди скорой оттепели. Если днем ясно, скоро наступит потепление. Вязать, прясть или шить на Анисию – к несчастью. Увидеть сегодня сон, связанный с землей – к смерти. Если снится свадьба или поцелуй, к семейной ссоре. Если сегодня вечером встать на перекресток и громко произнести имя больного человека, он вскоре выздоровеет. На Анисию не солят пищу, чтобы не накликать на себя беду. Обращается внимание на второстепенные особенности процесса странения. А что это за второстепенные такие особенности? Это, как правило, человека запутывает, причем преднамеренно запутывает, бесконечным количеством диет и методов сброса веса. То популярно там американское, то популярно белковое, то популярна кремлевская, то популярна безжировая, то популярна безуглеводистая, то еще какая-то так далее. Все это занимает определенное время, после которого, после этой диеты, надо возвращаться к обычной жизни. То есть к привычному питанию, а главное, прежним пищевым пристрастиям и застольям.
которые так широко у нас приняты. Без застолья жизнь, знаете, как бы не в радость. И вот тут-то все, что было сброшено с большим трудом, быстро, порой невероятно быстро возвращается вновь, а потом еще добавляется сверх этого и новые килограммы. Следует ли этим делом заниматься? Вообще в процессе настроенности следует уважать особенности собственной индивидуальной конституции. Такая пословица существует. Худая корова не будет выглядеть стройной, как лань. Согласитесь с этим. Если могучее телосложение, человек просто может обрести свою форму тела в этом большом могучем телосложении. Но не стать какой-то там худышкой, которая сейчас модна, там, 90-60-90. Вот. У каждого человека свое, собственно, идеальное телосложение, и вот к нему-то и надо стремиться. Именно оно дает состояние полноты ощущения здоровья. А отклонение от идеальных параметров в угоду моде или чему-либо другому вызывает внутренний дискомфорт, накопление внутреннего негатива, а потом прорыв его в виде того или иного срыва, как правило, пищевого срыва или эмоционального. Значит, человек переедает, настроение у него плохое, депрессия и прочее, прочее. Зачем надо такое построение? Строить надо так, чтобы это укрепляло здоровье, а не разрушало его и не приносило дальнейший вред. Ах, сколько этого вреда приносят следование различным глупым, бездумным диетам. Процесс нормализации массы тела многогранен и должен приносить вам удовлетворение и даже радость. И это, запомните, неоднократное мероприятие, определенный образ жизни до его самого конца. Это и вкусное питание, ведущее к сбросу, нормализации, закреплению веса на наилучших для вас показателях. Это и достаточно общая физическая активность, которая позволяет поднять и нормализовать обмен веществ. Дополнительно нужна специальная физическая нагрузка и упражнения, которые позволяют сбрасывать жир с тех или иных проблемных частей тела. Живота, ягодиц, бедер, подмышек и прочего. Это и разного рода процедуры, мероприятия по поддержанию себя в прекрасной духовной и физической форме. Это разного рода очищения, водные банные процедуры, профилактические голодания и многое иное. Важно понимать, с чем человек столкнется при нормализации массы тела. С чем он будет бороться? Оказывается, главное в процессе нормализации массы тела – это самодисциплина и самоконтроль. Это надо выработать в первую очередь. А это уже работа с сознанием, со своими привычками и не только пищевыми привычками. Это уже работа с чертами характера и даже мировоззрением. Вам надо изменить мировоззрение, чтобы вы не думали, что вы живете для того, чтобы есть. На самом деле вы едите для того, чтобы жить красивой, полноценной, здоровой жизнью, в процессе которой вы самореализуетесь и растете как духовная личность.